Всем привет. Ну, как и обещал, пришли купаться. Солнышко, правда, спряталось. Но это не мешает купаться, вода-то все равно теплая. Правда, термометр я не брал. Немножко поснимаю волны, пока камера не забрызгала. Пошли, пошли. Все товарищи. Вот такая вот водичка. Ну, не самая чистая. Гром гремит. Заходи боком, боком заходи. От меня как? От меня как от волнореза разбивает все. Ну так заходи боком, что тебе говорю. Площадь соприкосновения будет поменьше. Ой, хорошо, ага. Плаваю на одной руке, ребята, в другой руке камера. Ой, красота! Он все счастливый. У них в Москве моря-то ой, нету. Спасибо, да. Спасибо, Леша, огромное. Это не за теплый прием. Прием, прием. Ну, вообще-то не очень жарко. Сколько сейчас? Где-то 20, 21, 22, да? Где-то. 22. Море 23. Вчера было 25, я сам замерял. Ну, 23 где-то сейчас. За день оно не может остыть. Нет, за 23 бы ты, я бы почувствовал бы. Пятой точкой. Где-то 25, ну, минимум 24. Вот так и плаваем. На одной руке. Одной рукой держим камеру. Погодка отличная. Ветра нету. Сейчас солнышко выйдет. Да, оно выходило. Я только-только, блин, был здесь. Снимал уже обзорчик. Было классно. Жене привет передай. Хорошо. Давай. Юлечка, мы тебя очень любим. Леша нас прекрасно принимает. Все хорошо. Я его два дня не видел, если честно. Самое главное прием. Это мелочи. Вот так вот. Приезжайте в гости, приезжайте в Сочи. Мелкий плавать что, не умеет? Как не умеет? А что он там на бережку-то? По-скромному так, а вон он пошел. Он плечи разминал. Ну, сейчас озамется и как заплывет. Немножечко нас сносит. Да нет, волной. Волна все, да нет. Ну, чуть-чуть она сама сносит. Малышок 13-летний. Да. Лося. 100-килограммовый. А сейчас же его кормите. Лосями. Да, лоси, кабаны, дичь, дичь. Охотник просто, Игорь. Помнишь, как фильм? Федя дичь. Я не помню фильм, я помню твой холодильник. Открывай, а там мясо выпадает. Три морозильных камеры. Вот так вот. Голодают. В Москве. Ой. Ну, водичка отличная. Отличная я вам скажу. Вода. Но купающихся не так-то уж и много. Когда было солнышко, было больше. Я, Лёшка, маме привет, помаши ручкой. Скажи, мама, мы тебя любим. Можешь также брать, передавать сестре. Нас пятеро, поэтому. О, молния, дай, брат. Чё? А молния? Ага. Ну, там вот такие, в стороне Сочи. Извините, может, быстро кручусь, как бы. Плавать на одной руке. О, хорошая волна. Ну, учитывая, что я был здесь где-то часа два назад, может быть, меньше, полтора. Тут вообще никого не было, два человека было. И я. А утром ты видел, сколько народу? Утром нормально. А утром много вообще. А то в прямом смысле этого слова. А когда я сейчас вышел, снимал еще один обзор, я его еще так и не выложил. Тут народу дофига, еще и солнце светило. Ну, сказали, сегодня еще так, а потом будет тепло, уже потеплее. Да? Посмотрим. Я не верю прогнозам. Ну, в принципе, да. Нет, плавать. Нас снесло далековато, ребята. Да, нас не то слово далековато, нас хорошо. Хорошо снесло. Нет, это снесло. Нет. Ты ж хотел веревочки. Ну да, на той веревочке вылазить удобно. Вот тебе и веревочка. Казаки вон в бушлатах чуть ли не стоят. А мы такие моржи, блин. Вот такие дела, ребят. Прям ролик из самого моря. Давненько так не делал. Гремит вовсю.
Ну, Сочи там прямит где-то, хорошо. Именно пограничник, блядь. Нет. Вряд ли, блядь. Казак что, в маске, что ли, я не пойму. Походу, да. В общем, плывем. Как моем. Если получится, поснимаем еще волны. Должно получиться, Леш, не пугай нас. Не, я не добраться до дома. Я в плане того, что закапай объектив. А то ты как-то без оптимизма сказал. Не, в плане того, что закапай объектив. А. О, вот сейчас я видел молнию. Немножко. Вот это была молния. В общем, вам привет. Из темного моря. Прямо из моря. Уже почти на берегу. Ага. Я пытаюсь найти дно, но пока еще его не вижу. А я нашел. Вот она. Я уже стою. На горизонте вот так вот красиво. А где-то там гром. Ира, далеко не забывайте. Хотя море нормально. Да подожди, тут через 5 минут поменяется. Да. Плохо, да? Может поменяться все шипы. Ну сегодня. Ну, да. И солнце, и дождь, и что только уже не было. Только за один день. Эффект пребывания на море, в море прям. Ну, водичка сегодня не очень чистая. Под воду снимать не будем, да? А что там снимать? Я пошутил. Муть. Сейчас мутная такая. А то есть можно снимать и под водой, да? Да, до 10 метров. До 10? Круто. Ну, когда хорошая вода, тогда можно. А сейчас вот не очень. Обычно я где-то раньше, в том году, тут грудь не считается, где-то 22 сентября заканчивал сезон. То есть вода уже была так... Ну, чуть ниже 20-20. Какого октября? Ой, сентября. А, сентября обычно, да. Редкие случаи, когда я так в октябре плавал. Сейчас вот. Прошлый год вообще был шоколадный просто. А все говорят, я 13 ноября купался. Да. Был нормально. Потом пошел дождик, чуть-чуть что-то прервалось. И в итоге ты еще я больше не залазил. В купель не нырял. Не нырял. В купель я не нырял. Где 4-3 градуса. Вода просто прожигает ноги. А у меня Игорек не вылазит, он плавает как просто по бассейну. В том году на Новый год приезжали ребята, которые в Сомске, кажется, на кто-то по Сибири. Ну да. Пацаны, тут зима, ну правда теплый был январь. Они купались как будто бы летом вообще, лежали, загорали. Ну есть такие пассажиры, да. Так, ну что, о, ребят? Волна. Да, вот хорошая волна. Ну одна. Я временно отключусь. Да. Пойду плаваю нормальненько так, чуть-чуть поныряю, а тебе оставлю камеру. Давай. Только не намочи, я бью. Да ну, прекращай. Все, пока. Говори пока, Юля. Говори маме пока. До свидания. Маме пока. 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 Так. Ну все, всем пока. Маме тоже, в смысле.